Новое общежитие для сотрудников компании Мосметком открылось 22 сентября по адресу Нефтебазовский проезд, дом 4. На торжественном открытии здания присутствовали почти все сотрудники компании. Мастера, рабочие, менеджеры и руководство предприятия. Директор компании Дмитрий Мельчуков провел небольшую экскурсию для своих подчиненных. Осмотр двухэтажного здания начался с раздевалок, где установлены шкафчики с именами будущих новосел, просторные лавочки и оборудована душевая. Это наши ребята, поэтому стараемся создать условия, чтобы было им комфортно. Ждали. Долго ждали, надеялись, мы проговаривали, что это делается. Но соблюдать порядок и чистоту. Да. Это самое главное. На первом этаже просторного здания, помимо раздевалок, располагается бойлерная с тремя котлами, которые автоматически поддерживают температуру воды, прачечная с несколькими стиральными машинами и помещение, где установлено специальное оборудование для сушки одежды. Неподалеку находится санузел с четырьмя умывальниками и пятью отдельными кабинками. Обеденная зона состоит из вместительной столовой и, конечно, кухни, в которой есть все необходимое для того, чтобы накормить большое количество голодных сотрудников. Приобретено профессиональное оборудование. Это плиты, духовые шкафы, соответственно. Профессиональные, дорогие, новые, да. Все оборудование закуплено специально для... Холодильные камеры, то есть достаточно большие, емкие на сегодняшний момент. То есть да, специально с запасом взяли, потому что достаточно большое количество сотрудников. Общежитие рассчитано на 150 человек. Второй этаж практически полностью занимает комнаты с двухъярусными кроватями, каждая из которых застелена красивым и качественным постельным бельем. Но вряд ли будущие жильцы станут спасаться от холода под теплыми одеялами. Здесь как бы не как у нас, мы в предыдущем помещении топились на углях, здесь как бы идет центральное отопление. Вот, ну, соответственно, понятно, здесь созданы достаточно хорошие условия. Мы постарались, как бы делали это для наших сотрудников, чтобы им было комфортно. Спасибо. В отдельной комнате располагается современная вентиляционная система, в которой можно регулировать температурный режим. Двухэтажное здание построено с учетом всех современных стандартов. Новое оборудование, удобное зонирование пространств, несколько запасных выходов. Даже предусмотрено помещение для службы безопасности. Новое общежитие обустроено так, чтобы сотрудникам предприятия, которые в скором времени сюда заселятся, было комфортно. «Одна из несомненных и чистых радостей – есть отдых после труда», – говорил немецкий философ Иммануил Кант. Приятный отдых гарантирован будущим жильцам современного, светлого и красивого общежития компании «Мосметком».